В Беларуси Азиатский банк инфраструктурных инвестиций намерены активно развивать сотрудничество. О том, в каких проектах может принять участие финансовый институт, говорили на встрече во Дворце независимости Александр Лукашенко и глава банка Цинь Лицюн. Наша страна – географический центр Европы, отсюда и потребность в качественных дорогах и логистических центрах. В компетенцию банка входит также финансирование городского хозяйства, это и реновация старых зданий, и водоснабжение. Вы знаете, что Беларусь – это центр Европы, это транзитная страна, и для нас весьма важны развитые инфраструктурные направления, прежде всего дорожная сеть и так далее. Вы прекрасно понимаете, что для связи между Азиатско-Тихоокеанским регионом, прежде всего Китайской Народной Республикой, и западным миром, Западной Европы, Беларусь становится весьма привлекательным центром. Вы серьезно занимаетесь вопросами городского хозяйства, энергетикой. Все это в Беларуси востребовано. Мы будем предлагать вам проекты. Если вы сочтете нужным участвовать в этих проектах, мы вам будем благодарны. Тем более, что условия, которые Азиатский банк, ваш банк предлагает, не хуже условий других международных банков. У нас, господин Цзин, очень много средств в последнее время и европейских, и Всемирного банка, и наших средств вложено в развитие дорожной сети в Беларуси. Эта дорога не профинансирована, в том числе дорога на север до Полоцка и дорога, которую мы планируем по югу Гомель-Брест. Вот две такие дороги, которые я лично мечтаю построить. Отмечу, что Азиатский банк инфраструктурных инвестиций открылся 5 лет назад и уже стал одним из крупнейших финансовых институтов Евразии с уставным капиталом в 100 миллиардов долларов. Главная цель – содействие развитию экономики стран и вливание инвестиций в энергетику, транспорт и городское развитие. Члены банка – почти 70 государств со всего мира. Беларусь присоединилась к структуре в январе нынешнего года. Напомню, что у главы Азиатского банка прошли встречи в правительстве. Договорились проработать проект автодороги Р-46 Лепель-Полоцкий и продумать строительство железнодорожного терминала в индустриальном парке «Великий камень».